Техническое состояние улицы Андрея Пумпера сегодня далеко от идеального. Тротуаров нет, из-за ребристой поверхности верхнего слоя дороги автомашины вынуждены ограничивать скорость движения до минимальной. Разъехаться общественному и грузовому транспорту на этой узкой улице тоже непросто, особенно когда рядом проходит трамвай. По мнению жителей этого микрорайона, решить существующую проблему поможет только полная реконструкция дороги. Однако в этом году в планах управления коммунального хозяйства капитальный ремонт улицы Андрея Пумпера не предусмотрен. И тому есть объяснение. В ближайшее время предприятие Даугавпилс Уднес приступит к реализации проекта по прокладке сетей водопровода и канализации в этом микрорайоне города. Потому не приводилось в порядок этот участок дороги. Как закончатся работы, так и будем смотреть насчет восстанавливания покрытия. Представители Даугавпилс Уднес в разговоре с нами сообщили, что согласно проекту и заключенному договору с подрядчиком, все работы по прокладке сети водоснабжения на улице Андрея Пумпера должны быть завершены не позднее октября текущего года. А пока здесь проходят работы только по замене шпал на трамвайном маршруте номер 2. Это необходимо сделать для поддержания в надлежащем состоянии рельсового основания. Что же касается вопроса реконструкции этой трамвайной ветки, то его решение зависит от того, изменится ли сам маршрут трамвая номер 2. Главное же определиться до конца с судьбой этого второго маршрута. И у него перспектива будет, если будем соединим второй маршрут с центром города. Такой план рассматривается, чтобы на улице Ветспилс поворот шел бы второго маршрута в центр, и тогда, конечно, трамвай заработает совсем по-другому.